Инфраструктура сетей различных криптовалют не так уж и децентрализована. Таков результат исследования группы ученых из Корнельского университета и Израильского Техниона. Измерялся уровень децентрализации, который можно достичь, на примере биткоин и эфириум. Изучение показало, что имеет место концентрация вычислений в пулах, которые играют роль суперузлов. При этом 3-4 узла контролируют 50-60% сети. Исследователи выяснили, что в сети эфириум больше узлов, чем в биткоин. Причина состоит в том, что большее количество узлов биткоин располагаются в дата-центрах 56%, чем у эфириума 28%. Это чисто централизованная структура, где власть сконцентрирована в руках нескольких игроков. Идеальная децентрализация была бы возможна, если бы каждый майнер работал как индивидуальный узел в сети.